Забудьте, у нас сегодня пойдем чемпионат России по метанию молота. Кто у нас сегодня победил? Валерий Понкин. Валерий, как сегодня результат? Нормальный? Довольный? Доволен. Какой сегодня результат? 79-32. Ну, это, по-моему, личный или близко к личному? Да, лично? Нет, личный рекорд. По-моему, личный рекорд. 42 сантиметра прибавил. Ну, довольны вы? Конечно, довольны. Тренер похвалил вас в один тренер перед солнцем? Тренер сказал, что нет. Вот дальше. А, надо 80 пара. Пару за 80. Ясно. А вы как сегодня? Какое место? Ой, я второе место, но я недавно одержал свою самую, наверное, большую, самую серьезную победу в своей жизни. У меня родилась дочка. Когда? Да, вчера, буквально в 11 утра. То есть у вас сегодня день рождения дочки и сразу второе место? Вчера, да, было день рождения дочки, сегодня второе место. Я посвящаю ей, своей жене. Вот маечку сделал. Это все для нее. Это все, что я делаю, это для них. Я вас люблю очень сильно. Отец принцесса. Ясно. А вы Алексей? Да, Алексей, как вы? А я Алексей, результатом недоволен, занял Алексей третье Сакирский. Место. Буду uh-huh. стараться в дальнейшем. А ну, вы, наверное, на чемпионат мира специально экономить силы, правильно? Ох, не знаю, хотелось бы здесь выстрелить, а получилось, что да, экономить. Придется вам там показать, ребят. Показать на силу России, покажите там. Ну, конечно. Как нейтральный атлет, но надо показать, что мы русские, все-таки остаемся русскими. Мы русские. Удачи вам. Спасибо большое вам. Так, девочки, девочки, готовы? Кто у нас, девчонки? Так, кто у нас сегодня будет общаться? Кто победил? Так, да, кто победил сегодня? Катя победила. Екатерина Соколенко, первое место. Кать, как вы сегодня, ребят? Довольны? Я довольна борьбой, потому что предыдущие два старта были они очень малочисленные, немногочисленный состав был, а сегодня я довольна борьбой, получился интересный забег. Довольна, кстати, да? Да. Ясно. А вы... Второе место кто занял? Наташа. Наталья. Второе место. Угу. Наталья? Фамилия? Власова. Власова. Наталья, расскажите, пожалуйста, вот как вам сегодня забег, как вы довольны, недовольны? Ой, ну, временем, конечно, я недовольна, готовилась не на это, готова на гораздо быстрее секунды, не знаю, в чем дело, вот, в принципе, первый километр мы довольно резво начали, где произошло западение скорости, мне сложно оценить, но, по крайней мере, борьбой я тоже осталась довольна. Всегда приятно бегать, когда соперничество есть. Наташа, но все равно, по-моему, достижение все-таки второго места чемпионата России все-таки тоже хорошее достижение, я считаю. Вот у вас были, по-моему, медали и золотые, но и серебряные. То есть я считаю, что это хорошая медаль. Не расстраивайся. Я понимаю, хорошо, что вы немножко расстроились. У вас все получится, я в этом не сомневаюсь. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что в будущий год как бы будет более успешный. Ну, посмотрим. Самое главное, что нас допустили до стартов. Это да. Так уже появилась конкуренция. Вы, наверное, довольны конкуренцией. Да, конкуренция у нас всегда была. Вот. На чемпионате России особенно, вот поэтому рады конкуренции. Все, молодец, поздравляю вас. Спасибо, отлично. Спасибо. Молодец. А вы заняли третье место, кто вы? Аристархова Наталья. Наталья, по-моему, вы несколько, как бы, какой-то сезон, по-моему, не выступали, да, что-то вас не слышно было? Я выступала, но недостаточно успешно в том сезоне. Ну и в этом сезоне, как бы, результатом я не особо довольна, но... Борьбой. Возвращайтесь к своей, по-моему, форме. Да, постепенно возвращаюсь. Но довольны то, что третье место? И тоже расстроены немножко? Третьим, ну, медаль есть медаль, она любого достоинства хорошая. Я ценю то, что третье место для меня это тоже хорошо. Да, результат оставляет желать лучшего, но будем исправлять ошибки и работать дальше. Зато есть стимул. Ну, удачи вам, чтобы у вас все получилось. А вы какие планы, Екатерина? Надеюсь, что еще посчастливится поучаствовать в каком-нибудь международном старте и не раз в этом сезоне, потому что... У вас допуск есть, да, поэтому да. Это вам помогло, этот допуск, немножко так вдохновило вас? И вдохновило, и, наверное, груз ответственности немного спал. Ну, в целом, конечно же, я очень довольна, и теперь хочется, чтобы и состоялись эти международные старты, которых еще довольно-таки много в этом сезоне. Вот, поэтому будем ждать, будем смотреть, искать старты. Ну, вы молодцы, девчонки, вы молодцы. Поздравляю вас. Молодцы. Удачи вам. Так держать. Наталья, ну не расстраивайтесь, честно хорошо. Говоря, вы очень расстроились. Спасибо. Вы просто спасибо. Молодец. Екатерина тоже, вы все молодцы, и я рад за вас, вы просто молодцы. Так держать. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. Так, а теперь слово Максиму Якшеву. Максим. Вам слово немножко подведите сегодняшний итог вашему выступлению. Сегодня большой день у маленького человека. Да. Вот. Ну, отличный старт получился. Ну, заруба супер. Была с Витей? Отличный стадион. Еще раз, что? С Витей была заруба? Ну, естественно, вы ведь видели. Нет. Конечно, честно говоря, думал, будет такая ситуация, как и на Знаменских.
принципе, все так же складывалось. Виктор до самого последнего. Не хватило маленько. То есть сейчас как бы вы Виктору реванш сделали, да? У Виктора немножко получается чуть-чуть. 1-1. 1-1, да? Получается так, да. Ну, в этом году, да. Ну, по-моему, вы, по-моему, оба равных спортсмена, как бы. И тогда вы намного всех выигрываете сейчас. Ну, много более равных спортсменов, как бы. Но у вас, получается, два раза подряд, по-моему, практически вы всех выигрываете в одну калитку. Так плохо получается. Что надо знать? Как, кстати, выиграем? В том году я был за чертой призов. Как бы Витя выиграл. Ну, я в этом году, я имею в виду на Знаменских, и вот сейчас, как бы, да? Вы там и там были, по-моему, опытом. Кубок России, да. На последний месяц туда. Да. Вот последний месяц у вас большое преимущество, вы вышли на такой новый уровень, да? Но недовольны этим уровнем все равно или как? Ну, довольны, но, конечно, хотелось бы более за граничные старты международных, чем российские. Это вам мешает, что вас не допускает, может быть, было бы и побольше, да, результат получше? Конечно, конечно. И результаты были бы, мне кажется, намного лучше, чем между российскими. А сейчас какие у вас достижения, ребят? То есть какие здесь планы? Какие домой планы? Добраться надо для начала. Все? Домой? Все, закончится сезон, да, полностью. То есть никаких чемпионов кросса, у них будет чемпионат по кроссу, там МД. У вас не будет, да, никаких чемпионатов? Есть последние шансы, это можно подать заявку и попробовать еще раз. А ты не подавал? Сейчас еще раз, второй раз буду подавать. Может, на универсиаду запустят. Буду только рад участвовать в ней. То есть хотите еще, чтобы сезон продолжить? Под нейтральным флагом, ну хоть что-то. Ну это тоже надо поступать. Опыт нужен, конечно. Максим, а вы пока решили отдохнуть, Таня, да, уже? Нет, ну у меня кросс МВД, а так? После этого отдых. Официальный сезон закончен, да, после этого. Ой, да, после этого. Ну кросс будет совсем не скоро уже, через несколько дней, так понимаю. Да. Потом будет отдых. Ну, хорошо, тогда, ребят, тогда вам желаю успехов, чтобы вы в таком же темпе шли дальше. Я думаю, что уже новое, наверное, как бы уже так секунды, это где-то 8-15 хотя бы, надо, да? В следующем году постараемся показать. Пока на этом. Это все впереди еще, да? Ну, надеюсь, так получится. Спасибо вам большое, удачи вам. Спасибо вам. Все было отлично. Будем следить за вашими выступлениями дальше. Хорошо, спасибо.